Пан Ги Мун посетил олимпийскую деревню в Рио-де-Жанейро, где встретился с командой беженцев. В нее входят люди из самых разных стран, где идут конфликты. В этом году беженцы впервые примут участие в соревнованиях под флагом Международного олимпийского комитета. Генсек ООН выразил уверенность в том, что это подарит чувство надежды множеству людей, а в первую очередь тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Но он обратился к атлетам, назвав их неиссякаемым источником вдохновения. В состав команды беженцев вошли 10 спортсменов из Сирии, Судана, Эфиопии, Кении и Конго. Ранее Пан Ги Мун в числе гостей торжественного ужина у президента МОК Томаса Баха поднял бокал за успех предстоящих игр и за страну-хозяйку Олимпиады, и за спорт во благо мира и справедливости.